Вы должны понять, как только вы начинаете сопротивляться изменениям, вы сопротивляетесь всему процессу жизни, и вы начинаете создавать ненужные страдания. Как только вы не принимаете изменения, депрессия становится естественным результатом этого. Когда происходят изменения, случается разочарование, а потом депрессия. Притча о разочаровании и депрессии. В один прекрасный день дьявол решил выйти на пенсию. Поэтому он решил выставить все свои инструменты на распродажу. И он открывает распродажу все дьявольские инструменты. Огромный наплыв покупателей. Там есть все виды инструментов. Гнев, ненависть, зависть, это, все лежит на прилавке. Люди раскупили все это, как горячие пирожки. Все было распродано в первый же час.